Дрема – теплая забота о вас и уюте вашего дома. Текстиль собственного производства из лучших материалов. Современный дизайн, модные тенденции. В магазине Дрема – мягкие пледы, теплые одеяла, подушки, постельное белье, халаты и полотенца, домашняя одежда. Наш девиз – качество по разумной цене. Город Бердск, улица Ленина, 47, ТЦ «Меркурий», второй этаж. Дрема – тепло и уют дома. Попал в долговую яму? Нет возможности оплачивать кредиты? Мы поможем! Финансово-правовая компания «Альтернатива». Запишись на консультацию 322-22-14. Наш адрес – город Бердск, улица Ленина, 94, офис 2. По информации синоптиков Западно-Сибирского метеоагентства, 4 февраля ночью и днем ожидается облачная погода с прояснениями, мокрый снег. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Ночная температура воздуха минус 8, минус 10 градусов, дневная – минус 2, минус 4. 5 февраля без осадков. Ветер южный 2,7, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 5, минус 10 градусов, местами минус 13, минус 18, днем 0, минус 5 градусов. 6 февраля ночью без осадков, днем мокрый снег, слабые метели. Ветер южный 3,8, порывы 12-17 метров в секунду. Температура ночью минус 3, минус 8 градусов, днем минус 4, плюс 1. Автомобили «Лада» и «Шевроле Нива». Надежность и проходимость даже в сибирском климате. Официальный дилер автосалон «Авто-1». Автомобили «Лада». Честная цена. Авто в наличии. Простые условия. Сделка года от «Лада». Автосалон «Авто-1». 330-03-03. 330-03-03. Производственно-медицинский центр «Зрение». Мы заботимся о вас уже 50 лет. Изготовление и ремонт очков любой сложности, проверка зрения, консультация врача-офтальмолога. Пожалуй, самый большой выбор очков по низким ценам. Ждем вас. Город Бердск, улица Ленина, 33, и город Искитим, улица Пушкина, 36, а также салоны оптики в Новосибирске. В новом отделении МРТ-технологии установлен 128-срезовый компьютерный томограф фирмы Philips. Ведущие специалисты города и сотрудники томографического центра помогут вам в диагностике патологии легких, лор и внутренних органов, костей и суставов, сердца и сосудов. Теперь в Международном томографическом центре все современные методы лучевой диагностики. Высокопольная магнитно-резонансная и мультиспиральная компьютерная томографии, ультразвуковые исследования экспертного класса.